Вы посмотрите пример Армении. Когда на улице городов Армении вышли десятки тысяч человек, а в Ереване около 150 тысяч человек, власть была сменена мирным путем. Именно мирным путем. На сторону народа перешла и армия, и полиция. А те люди, которые входили в группу провластную, как депутатскую, контролировали парламент, так и правительственную, они все, увидев десятки тысяч людей на улицах, испугались и фактически стали выполнять волю народа. И обратите внимание, все это произошло без какой-либо войны, без каких-либо баррикад, мирным путем. А почему мирным путем? Потому что на улицы города выходили десятки тысяч людей. И когда Пашинян объявил, что он уходит в отставку, и по сути дела добивался, чтобы парламент, старый парламент ушел в отставку, а старый парламент провластный сопротивлялся, опять десятки тысяч людей вышли на улицу и принудили этот парламент распуститься. И так будет в Казахстане. Так будет в каждой стране, там, где на акции протеста, на выражение своей воли выходят десятки тысяч людей, а не единицы.